Доня, что эти дурочки несут? Всем Доня. Здравия! Доня! Привет! Здрасте! У нас, по-моему, Доня в первом кадре, да? Доня! Доня со мной рядом, он к вам не хочет идти. Подождите поближе вот эти. Доня, ну прыгай тоже на диван. Ты уверена? Он полезет? Да. Залазь, сзади тебя пролезет. Да, да, давай. Короче, давай. У Дони отжали воскресный диван. Да. Сегодня у нас, друзья, кухонно-воскресный диван для вас. И мы будем вас знакомить. Санечка, да он сам залезет, если захочет. Знакомство с щеночками. Да. Кто еще с ними не знаком? Да. У нас для вас. Посмотрите. Это гуляш. Он самый большой, толстый. А это гаврюня. Гаврюня. Девочка, она самая светлая, почти блондинка. Друзья, щеночки уже вот так вот выросли. И если вы их сейчас не разберете по домам, то они, наверное, так и зависнут в приюте на всю жизнь. Как найдены. Как найдены щеночки, да, которые сидят в клетке до сих пор. Конечно, девочки с ними выгуливаются и в яму выпускают, и так на поводочках гуляют, но основная жизнь в клетке. Доня. Доня хочет уйти. Доня. Ну гуляй, гуляй. Беги гуляй. Доната, беги. Скажи, мне не нужны вот это вот детский сад. Ну знаешь, какой гавкучий. Гуляшек уже проявляет свои охранные качества. Охранный гуляш. Ага, охранный гуляш. Мистер Толстый в него погонял. Ну, Гаврюша, ну ты что такое? Гуляшка, ты чего загрустил? Чего такое? Какой классный пацан. Угу. Мощный, да? Угу. Ну чем-то на Дика, да, похож? Да. Да. Будет большой, хвостиками вот, виляет. А, кстати, вот Дик и Кутуш тоже маленький Дик. Были щенками да. маленькими, что, так скажи? И зависли в приюте. Малышка. Что-то Гаврюша стеснительная у нас очень. Такая Гаврюша! Да. Гаврюшу надо уже учить. Гаврюша ко мне, чтобы она делала. Гаврюша! А это деньги какой шкурный. Друзья, да. присматривайте. Почти себе шарпей. Собачку. Угу. Стерилка в подарок. От приюта. Вот так вот. Доня, посидим в кресле, пока они тут. Да замену осуществляют. Сейчас они нам притащат еще двух новых щеночков. Так. Подмена. Здрасте. Здравствуйте. Подмена. Доня, пошли знакомиться. Пойдем. Привет. Пошли посмотрим, что там за новые щеночки. Привет. Это у нас кто? Это у нас Гоша Гороша. Это пацан. Второй оставшийся мальчик. Пацан. Да. Он поменьше, чем гуляш, конечно. Да. Ну вот. Он, Гоша, видишь, он уже активнее. Активнее. Да. Не такой стеснительный. Как а ты. Это? А это тоже стеснительная девчонка, Гренка. Гренка. Девочка, она стеснительная. Угу, чего-то, да? Малышка, скажи. Но она выше Гороши? А, нет, просто Гороша не в полный рост стоит. Просто кто-то толстый. Ага. Да. Доня, иди знакомься. Доня. Иди. Донечка. Иди посмотри на новых щеночков. Мне нравятся щенки на его диване. Они заняли диван Доня. Скажи, да что такое? Мне вот этот ваш воскресный диван что-то как бы нафиг не нужен. Я такой? Вот. Ой, какие они хорошие, какие прелестные. Все. Хорошие щеночки. Они смущаются. Друзья, напоминаю, что щеночки обработаны, привиты. Щеночки будут впоследствии постерилены, покастрированы. Если вы будете где-то рядом и у вас не будет средств на это, то мы сделаем это для вас за свой счет. Но стерилизация всех подопечных приюта обязательна. Собачки будут отдаваться по договору передачи, по договору об ответственном содержании. Да, и в этом договоре будет обязательно указан пункт о стерилизации щеночка. Пора заниматься их воспитанием, пора щеночков дрессировать, рассказывать, учить их выполнять хотя бы примитивные, самые простые команды. Но, друзья, мы физически не успеваем все это делать, а щеночки растут очень-очень быстро. Очень быстро вообще. Они прям очень... Сколько им сейчас? Ну, примерно около 2 месяцев. Около 2 месяцев. Если мы подождем до стерилки, то они будут уже огромные, их уже никто не возьмет. Будут ну, как найдены. Малыши сидеть в клетке, да? А мы не хотим сидеть в клетке. Ну, сидеть. Скоро им вольерчик, уже и новый вольерчик скоро будет, да. Им мал. 6 собачек, это... Это много. Еще 3 вольера надо.
развернись, покажи, какой ты красавчик. Какой ты красавчик. Доня, скажи. Вот это забирайте нафиг скорее этих щеночков, вот, забирайте их по домам. Скажи всем, пусть забирают щеночков. Да. Вот. Ой, Гороша облизывает сестру. Доня, в яму пойдешь со щенками гулять? Пойдешь воспитывать щенок? Ой-ой-ой. Вот это нос у тебя. Вот это у тебя нос, да. Вот это хоботик у тебя. Хоботок донарский. Пойдешь щеночков воспитывать в яме? А то они ничего не умеют, у них мамки нету. У мамки украли щеночков. Их надо теперь воспитывать. А ты у нас же воспитатель хороший, Доня. Хороший. Доня даже не хочет к ним поворачиваться. Доня, ну чего ты? Доня, Доня, тебе испортили воскресенье, да? Притащили щеночков каких-то. Слоненок Дамба. Уши огромные, да? Уйти не можешь. Нет, сейчас кто-то придет еще с более большими ушами. А, тоже это будет. Так, следующий. Следующий заход. Иди, щеночки на замену. Чего, Доня, это еще не все. Еще два щеночка осталось. Потерпи. Прости тебя, Нач. Заняли диван. Доня такой, слушай, вот прям видно, да, что он недовольствует. Да. Такой, что за фигня вообще? Что за фигня? Лапу. Такой, Доня, такой, пообещайте мне больше сюда их не приносить. Нет, на камеру. Ого! Пойдет! Доня, следующая парочка сладкая. Доня, не уходи далеко. Гайка! Доня, сегодня... Вот она ушастая, покажи ее ужин, покажи. Вот она ушастая. Ого! Она похожа на крысика, когда крыся была маленькая. Ого, какая ушастая. Смотри, ну походит. Ой, ну это что за скромная девочка? Это Глаша. Ну такая скромная. Точно как крыса. Глаза светятся. Скромняшка. Такая хорошая, скромненькая. Глаша. Глаша. Глаша самая отличительная черта. Печальная такая собачка в белых носочках. Да, белые носочки у нее. Куда вы? Так, ушастик пополз, ушастик. А, куда? А это, кстати, гаечка. Сейчас... А это, кстати, самая шебутная. Гайка, да. Самая шебутная. Гайка, у тебя резьба куда какая? Самая темная. А, какая гайка? Резьба? Скольки заходная резьба у тебя? Уж не спрашиваю, правая, левая. Это шастик, вот это шастик. Она такая грациозная, уже длинная, она точно как крысик будет. Модель, да? Ага. Видишь, что она блестящая, да, у нее шерсть? Я красивая? Шуга. Она самая маленькая. Это собака печального образа. Да. Собака печального образа. Ну что такое? Чего ты грустишь? Такая. Может быть, тебя кто-то захочет взять домой? Конечно, захочет. Такой красивый. Ну, давай, покажись. Скажи, я печальная собака. Собака печального образа. А вот эта вот собака... Резьбового образа, гаечного образа. Может вертеться в любую сторону. Она прям длинноногая, грациозная. Друзья, напоминаю, щеночки обработаны, привиты, готовы к передаче на постоянное место жительства. Выбирайте, пожалуйста, себе друга. Не оставляйте подопечных на всю жизнь в приюте. Ведь каждый из них заслуживает свой дом. Каждый щеночек, который пристраивается, который обретает своих добрых, настоящих хозяев, освобождает место в приюте для нового, может быть, очень нуждающегося в помощи подопечного. Вот так вот. Ой, шебутная. Ну, может, успокоиться? Блин, все интересно. А что там? Очень где там Доня? Скажи, где там Доня? Не хочет нас воспитывать. Донарка, ну иди сюда. Донатор не хочет воспитывать щеночков. У него сегодня выходной. Точно. Друзья, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки, выбирайте себе друга из наших подопечных и быть добру!